В центре Москвы на территории парка «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества «Открываем Россию заново. Вместе». Он проходит в уличном формате и посвящен путешествиям по России. Экспозиция «Анапа» удивляет публику ярким дизайнерским решением, в которой обыгрывается бренд курорта. Красочный стенд стал одним из самых ярких и востребованных на фестивале, который, по прогнозам, ежедневно будет посещать 70-80 тысяч гостей. В состав делегации вошли представители управления по санаторно-курортному комплексу, центра развития и оказания курортных услуг, а также аниматоры, которые играют с детьми и параллельно знакомят их с самыми привлекательными особенностями самого солнечного города России. Фестиваль продолжит свою работу до 22 сентября. Все это время стенд «Анапы» будет радовать гостей столицы и привлекать внимание к отдыху на нашем курорте. Олеся Давыдова, 39 канал.